Друзья, всем привет! С вами Александр Квасов, команда Norfin SPB. Сегодня мы покажем небольшой обзор на костюм противоэнцефалитный от компании Novatex. Вот. Это простой костюм, без особых каких-то наворотов и особенностей. Вот. Ткань у него хлопок, 100% плотный, ткань типа палатки. Вот. Манжеты рукавов сделаны такие трикотажные. Вот. Собственно, из особенностей, что здесь? Ну, куртка анорак классическая, да. Есть у куртки утяжки внизу, по нижней части. Вот здесь и с другой стороны такие же. Здесь просто тросик идет такой, шнурок. Раз, подтянули, вот, и он затянулся. То есть во внутренней части там все просто свободного покроя. Есть карман здесь спереди, один, на липучках. Карман достаточно большой такой. Здоровый объемный карман на двух липучках. Вот. Открывается здесь тоже все как на молнии. Присутствует у куртки капюшон. Костюма этого. Вот такой капюшон. У капюшона есть сзади утяжка. Вот здесь. Вот такая пряжка. Вот. Раз. И подтянули ее. И по передней части есть еще две утяжки со шнурком. То есть точно так же можно подтянуть. Вот. Еще из таких приятных особенностей, здесь такой есть карманчик специальный, в котором хранится вот такая сетка. Вот. И она таким вот образом закрывается и защищает вас от укусов насекомых, клещей и всего прочего. Вот. По брюкам. Брюки тоже свободного кроя. Есть два кармана боковых, такие вот карманы. Вот. Больше особых никаких тут особенностей нет. Вот, по нижней части идет резинка просто. Ну, костюм удобный, не сковывает движение. То есть такой костюм хорошо будет взять на природу. Его, в принципе, не жалко. Цена у него очень демократичная. То есть он недорогой. Вот. Поэтому, если вам не нужны особые навороты, за которые приходится всегда переплачивать, а нужен простой, надежный костюм, можете спокойно купить себе противоэнцефалитный костюм и вы останетесь довольны. Все.